Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 2 июля 2016 года. Была сделана теплица дачник шириной 3 метра, длиной 5 метров. Каркас теплицы сделан из трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4-миллиметровый, 0,7 плотность. Значит, комплектация у нас: с одного торца разрезная дверь, форточка. Другой торец глухой. Также сделан форточный блок один и система подвязки по две нитки на каждую сторону. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком и закреплена уголками к фундаменту бетонному. Стоимость такой конструкции с монтажом и доставкой составила 31 860 рублей.